Мы продолжаем. Наука как лекарство. Пензенские ученые разрабатывают цифровой проект, интеллектуальную адаптивную систему, которая способна помочь людям избавиться, например, от страха замкнутого пространства, высоты или даже насекомых. Человек, который будет иметь в своем инструменте, в своем доме, значит, систему виртуальной реальности и систему коррекции своего фобического расстройства, то она позволит ему восстановиться без посещения врача. Система, безусловно, у нас сейчас разрабатывается совместно с специалистами медицинского института, совместно с техническими специалистами нашего Пензенского госуниверситета, совместно с сторонними коллегами. То есть это такая большая коллаборация идет разработок. И, соответственно, этот проект будет апробирован. Насколько виртуальная реальность меняет наше сознание и как помогает в повседневной жизни? Какие прогнозы в сфере цифровизации делают мировые эксперты? Вы узнаете из программы «Экспресс-тема». Она будет